18 марта в Беларуси отмечается День внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Накануне 104-й годовщины структуры, являющейся одной из самых ключевых в системе национальной безопасности, мы встретились с заместителем министра внутренних дел, командующим внутренними войсками генерал-майором Николаем Карпенковым. За 104 года существования внутренние войска превратились в мощное войсковое формирование, выступающее гарантом мирной и спокойной жизни белорусов. За спиной остался 21-й год. Я хочу сказать, что вот по-военному год был положительный, результативный. Внутренние войска по всем своим направлениям развития серьезно продвинулись вперед. За этот год мы практически все время находились в усилении. Мы, конечно, работали на опережение. И основная цель у нас была, чтобы ни в коем случае даже какие-либо мелкие попытки раскачать ситуацию и повторить 20-й год, чтобы этого не произошло. На данный момент внутренние войска – это боевые войска. И сильны как никогда, и готовы к выполнению любых задач, которые перед нами поставит Родина и глава государства. Каждый день в Республике Беларусь выходит 2000 военнослужащих на патрулирование наших улиц. Задержано 17 900 человек, которые совершили правонарушение. Когда мы говорим о внутренних войсках, мы представляем, конечно, сильного, крепкого, мужественного мужчину. Но в рядах есть и девушки. Женщина в боевом коллективе значит очень-очень много. Мужчина вот при ней совершенно по-другому себя ведет. Он себя хочет показать лучше, достойнее, сильнее. И если девушка действует, он будет всегда стараться ее опередить. То есть мужчина в присутствии женщины не сможет струсить. Это определенный мотиватор. Поэтому я скажу, что наши девушки в внутренних войсках прекрасно исполняют свои должностные обязанности. Я скажу, что они тоже нас вдохновляют на определенные служебные подвиги. И я скажу, то есть, ну, вообще красиво, когда вот, ну, есть девушка в коллективе. И наши девушки все очень-очень боевые. Войска внутренние, это получается, мы потомки войск НКВД, войска особые. Получается, вот они и задачи на фронте выполняли, они и тыл обеспечивали, и с диверсантами боролись, и война закончилась еще 10 лет, они сражались. Так вот, если взять, вот говорю, 243 героя Советского Союза. 4 дважды Герой Советского Союза. 1 200 000 награждены орденами и медалями. И я скажу, там, где вот внутренние войска вот стояли, там враг пройти не мог. Всем, кто носил погоны офицеров внутренних войск, кто является ветеранами, прапорщиками, сержантами, солдатами, все, кто прошел, вот желаю крепчайшего здоровья, время очень непростое, позитива, хорошего настроения. Я желаю всем нам, если, конечно, будет такая необходимость, успешного выполнения всех самых сложных задач, которые перед нами будут стоять. А семьям нашим, родным, близким, родителям, женам, детям нашим, вы знаете, светлого, мирного неба. Вся история внутренних войск – это летопись примеров беззаветного служения Родине. Внутренние войска – это своеобразная кузница кадров для служб и подразделений органов внутренних дел. Благодаря их нелегкой и очень ответственной службе в Беларуси сохраняется высокий уровень общественного порядка.